Теперь родителям не придется ломать голову над тем, куда пристроить свое чадо на период летних каникул. Ребята из 7-й школы с удовольствием проводят время в пришкольном лагере. Летняя программа обширна, каждый день расписан по минутам. Нужно успеть и музыкой позаниматься. И обыграть своих соперников в спортивных эстафетах. В 7-й школе по программе «Дети Кубани» 230 детей оздоравливаются в лагере в первом потоке. Лагерь – это хорошее место. Здесь мы играем, бегаем, зарядку делаем по утрам. Но мы здесь иногда играем в футбол. К нам приезжает театр в школу. Мы еще ходим в библиотеку. Питание для детей предусмотрено в школьных столовых. Медицинские услуги оказываются каждый день. На выделенные средства приобретены натуральные соки и лечебная вода, которую дети пьют каждый день за 20 минут до еды.